Друзья, ребята, партнеры, новички, гости, я вас всех приветствую. Сегодня 6 апреля, ребята, и сегодня будет очень важная информация в ближайшие полчаса. Буквально за неделю было много всего интересного, и то, что я увидел, ребята, ну, это просто сейчас вас поразит. Настолько интересная тема, настолько она свежая, как свежий фреш, да, и мы уже все привыкли к разным сетевые проекты, вебинары, хайпы, какие-то инвестиции, NFT. Это вообще не об этом, ребята. Это вообще не об этом. Это другая история. И в этой истории за сегодняшний день прилетело почти больше $300. То есть, оказывается, чем дальше, тем больше денег. И вот эту историю я хочу рассказать. Поэтому я знаю, что вам эта история может зайти, потому что кому-то нужны деньги, кто-то хочет здесь прокачаться, потому что данный сервис позволяет здесь продвигать любые бизнесы, свои, ваши, зарабатывать деньги. И здесь столько связок, и вот эту всю историю я, ребята, начинаю именно с сегодняшнего дня. Потому что вот эти дни, неделю разбирался, первую презентацию провел тестовую для другой команды, но сегодня для своей команды, для своей первой линии, уже подготовленный, уже полный сил, хочу вам все это показать. Ребята, я, прежде чем мы продолжим, хочу представиться. Меня зовут Алтай Алим, мне 53, в прошлом профессиональный военный, живу в Алматы. Больше 20 лет традиционного бизнеса. Когда ковидная история началась, в 19-м начал присматриваться к онлайн, интернет-бизнесу, и мне так это понравилось, так зашло, и параллельно еще вот это вот направление, оно меня очень сильно мотивирует, и я здесь учусь зарабатывать, и, конечно же, цели очень большие, хорошие по плане заработка, в плане роста, в плане коммуникации и общения. Поэтому, друзья, я думаю, что мы все будем друг другу полезны, и сейчас в ближайшие полчаса будет огненная, крутая информация. Поэтому от вас нужно хорошее настроение, там, подготовьте блокнот, ручку, возьмите сок, чай, там, печенюшки, чтобы вас в ближайшие полчаса никто не отвлекал. Договорились? Итак, погнали, ребята. Делаю презентацию экрана и скажите, видно ли мой экран? Да, видно. Замечательно. Просьба контролировать микрофоны. И эта история, про которую я хочу начать, эта история называется Globox Web Service, сокращение ссылок. Эту историю я узнал 10 дней назад. У меня есть подборка видео. Я смотрю топовых сетевиков, наблюдаю за ними, как они продвигают свои бизнесы, как они, чем они занимаются, какие у них мысли, какие у них идеи. И на одном из видеоканалов я нашел интересное видео с Олегом Григорьевичем Пермяковым, где он рассказывал про сервис сокращения ссылок и что на этой истории можно заработать. Я очень удивился, потому что я Олега Григорьевича давно знаю. И человек, который не лично знаю, а вот наслышан, что это очень известный, да, легенда MLM-бизнеса, человек очень авторитетный в MLM-индустрии, почему он заинтересовался партнерским сервисом, не сетевая компания Globox Web, а именно партнерский сервис, и почему он о нем рассказывает, почему его продвигает. Я ему написал, говорю: Олег Григорьевич, мне очень интересна вот эта история, объясните, расскажите. И он мне скинул несколько роликов, он мне скинул первую информацию, я начал вникать, и тут прям бах, вот так вот раз и произошло. Думаю, дай попробую. Ну, просто на доверие пошел к человеку, дай попробую, ну не может быть такого, что на сервисе сокращения ссылок можно зарабатывать деньги. Потому что вы знаете, эта история абсолютно... Ну, сейчас чуть больше покажу, чуть дальше покажу, что вот эти сервисы полным-полно в интернете. И как на них люди зарабатывают, я не знал, пока вот этот человек, Олег Григорьевич Пермяков, мне не открыл глаза. Ребята, я вам сейчас расскажу очень простую систему заработка денег в интернете. Самая простая. Мой 4-летний опыт в интернете позволяет вам с твердой уверенностью сказать, что проще, чем эта система, ну, нету. И покажу, как это все запускается буквально за 2 часа. Я записывал даже видео, где показывал, за 2 часа я заработал $90. Потом дальше уже было 200, потом 300, потом 500. Сегодня буду записывать видео, даст Бог, где напишу уже результаты там за 8 дней, да, там $800. Друзья, эта история настолько простая и интересная, и давайте уже перейдем к ней. Она очень легкая. Любой человек, не выходя из дома, из любой точки мира, без навыков и знаний, без приглашений, а только нужен интернет и телефон, и вы будете зарабатывать. Будете зарабатывать наличные электронные доллары, которые можете спокойненько тратить на себя и выводить на карты, на
другие кошельки, на криптокошельки. То есть вот эта история сейчас у вас полностью будет. Ребята, мы поговорим сейчас о компании, сервисной компании Globox Web. Сервис сокращения ссылок. Компания российская, компания молодая, только-только зашла на рынок, и она попала именно в ту нишу, где очень много денег, где просто, ну, мы просто не видим. И смотрите, ребята, самый ходовой товар в интернете – это ссылки. Мы каждый день, не задумываясь, делимся ссылками. Нам отправляют в чаты одноклассников, в телеграм-чатах, в инстаграме, ютуб. Мы между собой обмениваемся ссылками. Заметили же, да, с телефона, с компьютера, кому-то какую-то информацию. Мы говорим, а, держи ссылку. И человеку отправляем ссылочку, он открывает эту ссылку. И с одного в точке А в точку Б вы попадаете именно через ссылки. По факту ссылки – это швы интернета, которые соединяют весь интернет. То есть, знаете, как бы соединяют из одной точки в другую, вы попадаете именно через ссылки. Швы интернета их называют, и еще их называют как капиллярная система, да, кровеносная система, когда вот все необходимое вот через эти каналы, через эти капилляры, и это все развивается, все это живет. И, ребята, эта аналогия, она абсолютно верная, потому что если бы не было ссылок, не было бы интернета. И ссылки, мы их не чувствуем, не ощущаем. Это как мы дышим, да? Дышим и дышим, да? То есть мы не понимаем, что вот, ну, стоит нам на 5 минут задержать дыхание, мы начинаем задыхаться. А представьте, сейчас не будет ссылок. Все встанет. Вы не можете передавать информацию. Вы не можете открывать нужные файлы. Потому что ссылки, на самом деле, это то, на чем держится интернет. Это самый ходовой товар в интернете. И мы этими ссылками каждый день пользуемся, но на этих ссылках мы ничего не зарабатываем. И ссылки бывают такие в Инстаграме, бывают ютубовские ссылки, бывают вот такие на полстраницы тиктоковские. И если вы возьмете в Гугле, наберете «сократить ссылку», то появится огромное количество сервисов, которые предлагают свои услуги. Платные, бесплатные. То есть и, ребята, самый раскрученный, самый крутой монополист на рынке на сегодняшний день – это американский сервис Bitly. И данный сервис, он для многих пользователей бесплатный. Но у него есть пакеты разные, там, с ежемесячной оплатой за $8, за $29 и за $199, и премиум класса там, за $350. То есть, по факту, это как игры. Вот игрушки, на которые мы ведемся, скачиваем, играем бесплатную, вроде бы нас завлекают, но когда мы в азарт заходим, нам нужно приобрести какую-то дополнительную опцию, да, там купить бластер или гиперболоид или какой-то меч, волшебный кладенец. Мы за это платим. То есть таким вот образом, вовлекая на бесплатное, потом дальше эти сервисы монетизируют. И сервис Bitly не исключение. Он точно так же вовлекает своих пользователей бесплатностью, а потом дальше происходит монетизация. Часть аудитории приходит уже на платные пакеты. Ребята, и это рынок просто мирового масштаба. Сервис Bitly зарабатывает ежегодно сотни миллионов долларов. Представьте, да, ребята, на секунду, сотни миллионов долларов зарабатывается именно вот в этой нише, в этой индустрии. И давайте посмотрим, вы где-нибудь видели, чтобы сервис Bitly рекламировали? Там это поисковая система или там баннерная реклама в телеграм-каналах? По факту нет, потому что сервис Bitly, его рекламируют сами блогеры. Разные блогеры, даже крупные блогеры, они просто свои реферальные ссылки на любые товары, услуги, они вшивают в эти ссылки Bitly, и вот под описаниями к видео они их прячут. Они такие короткие, красивые. То есть сервис сокращения ссылок нужны для того, чтобы вот эти некрасивые, большие, длинные ссылки укоротить, сделать красивый вид, и чтобы они были удобные. И также в дальнейшем через эти ссылки можно считывать количество переходов, анализировать качество трафика. То есть ребята, вот если поглубже посмотреть, то есть многие блогеры продвигают, да, такие сервисы, даже сами не подозревая о том, что они продвигают сервисы бесплатно, а эти сервисы на них зарабатывают огромные деньги. И также эти сервисы мы продвигаем. То есть мы услышали, что есть сервис, который предлагает бесплатное сокращение ссылок, мы туда заходим, сокращаем свою ссылку, например, вы предлагаем партнерский продукт или продвигаем свою компанию, свой сайт, чтобы не обрезали реферальные ссылки, чтобы не было, ну, было красиво, удобно, мы тоже продвигаем эти сервисы. И поэтому эти сервисы получают абсолютно бесплатный трафик и потом дальше его монетизируют и зарабатывают на этом миллионы долларов. Что далеко ходить? Возьмем эту светскую львицу Собчак. Вот смотрите, у нее там на ее YouTube-канале 1 900 000 просмотров. И посмотрите, внизу в описании ссылочка Bitly. В эту ссылку вшито
ее реклама. Она продвигает какой-то магазин или какую-то услугу или какой-то бутик. И, соответственно, вот под этой ссылкой хранится ее реферальная ссылка, и она зарабатывает с этого. Или же рекламодатели ставят свою ссылочку и платят ей деньги, и с этой ссылки они получают потом статистику, сколько было переходов с этого видео, как сработала маркетинговая кампания и все такое. То есть ссылки, ребята, они несут огромную информацию. И те люди, вот следующий блогер, то же самое, миллионы просмотров у него, но он также пользуется сервисом Bitly и также пользуется таким же похожим сервисом, как Bitly, как Globox Web. То есть эти сервисы похожи между собой. Но, ребята, эти блогеры, они не подозревают, что на этой истории можно зарабатывать. Они просто об этом не знают и поэтому ничего не зарабатывают. Хотя блогеры просто так ничего не будут делать, если не заплатят деньги. Поэтому, ребята, Globox Web предлагает интересное решение и предлагает зарабатывать нам вместе с этой компанией деньги. Многие компании, которые на рынке сервисы сокращения ссылок, у них нет партнерских программ. Или есть, но очень такие скудные, да, там вообще практически там, за одного подписчика 50 рублей платят. То есть это очень мало. Globox Web, сервисная компания, она решает это по-другому. То есть они отказались от истории, что будут продвигать сервис через платную рекламу, через блогеров, через телеграм-каналы, через поисковые системы. Они решили, взяли самую верную стратегию, это продвижение через сарафанное радио от человека к человеку. То есть те деньги, которые должны были пойти на то, чтобы идти на рекламу платную, они просто раздают людям через определенные математические алгоритмы, ребята. И давайте посмотрим, сколько можно здесь на этом зарабатывать. Друзья, вот до этого момента есть ли понимание, что такое сервисы сокращения ссылок и для чего они нужны? Меня слышно, ребята? Очень хорошо слышно, спасибо. Да, кто-нибудь администрируйте, потому что я не вижу чат, то есть и этот, иногда бывает так, что интернет по вечерам вырубается. Поэтому, ребята, благодарю, я продолжаю. И смотрите, друзья, то есть компания выбрала именно модель продвижения через сарафанное радио, через мультилевел маркетинг. И что вы можете зарабатывать? То есть данный сервис, он реальный сервис, приносит огромную пользу людям, и через данный сервис можно сокращать ссылки, можно свои ссылки уникализировать, брендировать, можно парковать домены, сайты, можно делать редиректы, то есть огромное количество. Там есть система QR-кодов, то есть этот сервис позволяет снимать абсолютно любую аналитику по вашему интернет-бизнесу. И данный сервис на год стоит $33. То есть вы видели, американский сервис Bitly стоит $8 в месяц или $96 в год. Этот сервис стоит $33 в год. И смотрите, каким образом вы можете зарабатывать на этой истории. То есть вы пригласили в свою первую линию человека, порекомендовали кому-то, или вы свои ссылочки отправляете друзьям, знакомым, да, то есть любые вирусные видео вы сокращаете, отправляете, и каждая ваша отправленная ссылка, она по факту является реферальной. И как только партнер приходит и начинает использовать этот сервис, вы со своей первой линии получаете $10. Да, вот $10. Потом дальше этот партнер включает, рекомендует дальше, у него вторая линия срабатывает, и вот здесь начинается самая классная история. Вот здесь вы начинаете тоже на многоуровневой партнерке хорошо зарабатывать. Давайте это на следующих слайдах. То есть первый вариант – это активное продвижение. На активное предложение вы с приглашенного партнера зарабатываете по $10. 10 человек пригласили, $100 в карман положили, вам на PR кошелек мгновенно прилетает. 30 человек пригласили, это $300, 50 уже дают $500. И за месяц-два вы пригласили 100 человек, порекомендовали данный сервис, вы получаете $1000. Это активный доход. Но самое интересное, ребята, это есть возможность получения пассивного дохода. То есть тогда, когда вы пригласили несколько человек, и потом ваши партнеры тоже начинают приглашать. И тут вы начинаете получать пассивный доход по $2 до 7 уровня и с 8 уже $7. Как это работает? Ребята, давайте я сейчас открою свой Payeer кошелек. Видно ли мой экран? Да, видно. Обновлю. И вот смотрите, сегодня 6 число. Давайте посмотрим. 6 число. Вот у меня даже 8 уровень сработал. $7 уже прилетело. То есть настолько быстро информация разрастается, как вот лесной пожар. И смотрите, $2, $2, $2, ну за минусом комиссии, небольшая там, 0,1 цента комиссия от системы. И вот если посмотреть,
то за сегодняшний день прилетело почти 300 долларов. Вот за счет партнерской программы. Вот я сейчас мотаю, видите, это 6 число. Здесь по 10 страничек на каждый, по 10 строчек. И вот смотрите, 6 апреля, 6 апреля, 6 апреля. Вот такие деньги вы будете зарабатывать. Я скажу чуть позже, что нужно делать. Три простых вещи вы делаете, и вы начинаете зарабатывать. Вот смотрите, 6 числа, вот они, ночью с Ютуба пришел партнер, зарегистрировался, мне 10 долларов прилетело. И вот они, 2 доллара, 2 доллара, 2 доллара. И вот почти 300 долларов прилетело, ребята, за один день. Еще как бы сутки не прошли. То есть такие деньги вы будете получать на многоуровневой партнерской программе. То есть смотрите, вы пригласили, например, давайте смоделируем ситуацию. Вы пригласили, рассказали об этом сервисе 4 людям. Они услышали, поняли, зашли. То есть на целый год активировались, 33 доллара заплатили. Вы с них получаете по 10 долларов, 4 человека по 10, 40 долларов. Вы уже свои инвестиции, свои вложения уже вернули. Еще плюс 7 долларов у вас в плюсе. Но дальше начинается самое интересное. Ваши люди тоже же хотят зарабатывать. И они говорят: Валда, Алтай, расскажи, как это зарабатывать. И вы говорите: а все просто. И они тоже начинают подключать людей. И вы с них уже получаете по 2 доллара, про те, которые я вам показывал. То есть 4 человека вас повторили, это 16 человек у вас во второй линии. И вот эти 32 доллара, ребята, это не вы их зарабатывали, это уже пассивный доход. Третий уровень у вас включился по 2 доллара, четвертый уровень включился по 2 доллара, пятый, шестой, седьмой, и с восьмого уровня вы уже начинаете получать по 7 долларов. Многоуровневая партнерка позволяет вам вот такие вот деньги зарабатывать. И предположим такую ситуацию, что вы за первый месяц, ну условно, да, вот 8 месяцев, за 8 месяцев, это 4 первые месяца у вас 4 человека, на второй месяц у вас 16 человек, то есть 4 человека по 4 пригласили, на третий месяц 64, 128 долларов, на четвертом месяце у вас уже 256 человек в команде, в структуре 512 долларов, на пятый месяц 1024, у вас 2000 долларов. На шестой месяц у вас в структуре 4096 партнеров, вы 8192 доллара зарабатываете. На седьмой месяц дубликация четко соблюдается, и у вас в структуре партнеров 16384. У вас получается 32768 долларов. И восьмой месяц вы уже зарабатываете по 7 долларов, у вас в структуре 65000, и вот ваш заработок. 458 тысяч долларов на восьмой месяц. Если все это полностью сложить, то получается 502 тысячи долларов. Хотя все начиналось с 33 долларов, и вы пригласили всего в бизнес 4 человек. На самом деле не пройдет и 8 месяцев. То есть у меня на сегодняшний день в этом бизнесе 8 день. И у меня чек на сегодняшний день без хвастовства, чтобы показать, что все это работает, больше 800 долларов. Это все работает, ребята. И смотрите, какие деньги. Даже, предположим, если вы за 8 месяцев полмиллиона долларов не заработаете, даже если вы 50 тысяч долларов заработаете, это почти 5 тысяч долларов в месяц, ребята. Поэтому это все денежное работает. Это первый вид дохода, друзья. Есть еще второй вид дохода. Это бинар. Это мой самый любимый маркетинг. И каким образом работает бинарный маркетинг? Вы приглашаете или ваши партнеры приглашают в бинар. С каждого подключенного партнера вы получаете по 4 балла. И когда собирается 900 баллов, то есть слева 450, справа 450, или баланс бинара 600 на 300, вы получаете 100 долларов. Каким образом это работает? То есть вот он ваш бинар. И вы знаете, что здесь команда есть слева и команда есть справа. Вот левая ветка, например, да, вот она правая ветка. И вы начинаете приглашать. Вот здесь вот у меня в команде старая статистика 34 партнера и здесь 36. Суммарно вот они баллы, 147 баллов, 140 баллов. И как только в бинаре здесь, например, будет 450 и здесь 450 баллов суммарно, а эти баллы очень быстро набираются, то вам на PR зачисляется 100 долларов. Или же, предположим, вот вы зашли, стартанули, у вас начинает бинар расти, 600 слева, 300 баллов справа, или 450 и 450,
вам прилетает по 100 долларов. И самые большие деньги, ребята, они именно в бинаре, потому что бинар бесконечный на всю глубину. Сотая, двухсотая, тысячная глубина, а снизу любое движение, партнеры, которые подключаются, вы всегда с них получаете по 4 балла. 4 балла. Это накапливается, и может быть так, что через несколько месяцев, а может быть даже раньше, у вас в день будет по 100, по 200, по 300, по 500 долларов просто прилетать с бинара. За счет того, что структура здесь, да, она начинает развиваться в геометрической прогрессии. И, например, вот давайте сейчас я открою свой кабинет. Так, обновлю страничку. Вот он, например, мой бинар на сегодняшний день. Так, 256 баллов справа и 183 балла слева. 45 человек с левой стороны, 63 человека с правой стороны. Вот скоро совсем, да, когда вот баланс 450-450 будет, 100 долларов прилетит. И это идет, я даже этого не замечаю. То есть буквально несколько человек ключевых получили информацию, и все, эта информация начинает распространяться как степной пожар. И вы начинаете получать вот такие вот деньги, ребята. И идем дальше. Обязательно зайдите на эту страничку Globox Web, самая стартовая главная страничка. Ознакомьтесь со всем сервисом, прочитайте каждый пункт, раздел и 20 плюсов Globox Web, ребята. Точно такие же функции сокращения ссылок, как и в популярных сервисах, которые вы найдете в интернете, как Bitly и другие сервисы. Заработок и трафик от тех же действий, которые вы каждый день делаете просто так. Готовый рынок. Мы уже пришли на готовый рынок, на миллиардный рынок, и здесь денег много. Просто вы начинаете теперь, если вы не знали, как деньги зарабатывать, то с сегодняшнего дня вы уже знаете, как зарабатывать деньги. И с сегодняшнего дня вы никогда, ни при каких условиях не отправляете свою голую ссылку в интернет. Ни в коем случае. На TikTok получили сообщение прикольное, вирусное, сократили через Globox Web и отправили дальше вирусное. Получили с Инстаграма или получили с Ютуба ролик, ТикТока, да, вы все сокращаете, отправляете. Таким вот образом, каждая ваша ссылка становится реферальной. Как только люди нажимают на ваши ссылки, они попадают в вашу сеть. Они об этом еще не знают. Но в какой-то момент они узнают, что Globox Web, на нем можно зарабатывать. Они начнут регистрироваться, они станут именно под вас, в первую вашу линию. И вы потом, сами того не замечая, вы будете зарабатывать. Даже в этот сервис можно вообще никого не приглашать. Вообще никому не звонить, не приглашать, просто к вам в день прилетает по 10, по 20, по 30 ссылок. Вот представьте, вы за месяц 500 ссылок сократили, отправили. И ваши действия 500 человек повторили. У вас будет 25 тысяч ссылок по всему интернету гулять. А дальше еще больше, да, там уже 6 миллионов ссылок будет. И это все растет в геометрической прогрессии. То есть есть готовый рынок, вы уже правильно пользуетесь ссылками. И здесь все просто, логично. Настолько просто, что даже сложно объяснить, насколько это просто. Вот такая тавтология, ребята. Понимаете? И через данный сервис вы можете раскручивать свои ресурсы, свои интернет-бизнесы. Это будет отдельная техническая школа. И это работа из любой страны, вывод на различные платежные системы. Но в нашем случае мы прикручиваем Payeer-кошелек, и мгновенно прилетают деньги. На самом сервисе Globox Web нет денег. Они мгновенно на 8 уровней, вот эти 33 доллара распределяются. То есть по факту компания 90% своих денег отдает в сеть. Оставляет себе 4 доллара. Из 33 доллара 29 долларов уходит на сеть. И 4 доллара они держат на поддержку серваков, на обновление программы, на развитие самого сервиса. То есть вы можете получать пассивный доход. Это абсолютно легальный бизнес. Компания зарегистрирована в России. Это радует. Да? То есть все-таки наконец-то появился в Рунете свой сервис, который помогает бизнесам. То есть зачем пользоваться американским, если есть свой, и на котором есть щедрая партнерская программа. Американские сервисы, они же ни копейки не платят. То есть да, там можно пользоваться, но за бесплатно тоже неохотно пользоваться. Поэтому вы можете зарабатывать даже без вложений. То есть вы можете начать этот бизнес, вообще, если у вас нет денег, просто рекомендуете этот сервис и за лично приглашенного 10 долларов зарабатываете. 4 пригласили, собрали 40 долларов, активировали платный пакет, и с платного пакета с 33 долларов вы уже участвуете в бинарной программе и участвуете в 8-уровневой партнерке. То есть и данный бизнес можно передать, и саму сеть можно передать по наследству своим родным, любимым. Деньги не хранятся в системе, как я говорил. То есть вложения минимальные, 33 доллара есть у всех. Нет скрытых платежей, подписок, комиссии. И иногда даже хватает одного человека, чтобы вы уже вышли на хороший уровень и зарабатывали хорошие деньги на пассиве. Тотальное отсутствие рисков, нет ни одного минуса, 90% идет в сеть. И для многих
людей вот в нашей сегодняшней экономической ситуации именно сервис Globox Web может оказаться спасательным кругом, то есть через который они могут начать зарабатывать деньги. Сначала 10 долларов, 20, 30, потом дальше 300, 400, 500, тысячи, десятки тысяч долларов, ребята. То есть, кто эту возможность увидит, все это делается очень просто. Есть тарифы бесплатные, я как говорил, на нем тоже можете зарабатывать. Пригласили 4 человек по вашей ссылке, по 10 долларов получили, переходите на платный пакет и уже пользуйтесь условиями самого сервиса полностью, технически, там, редиректы, парковка доменов, сокращение ссылок безлимитно, и плюс участвовать в партнерской программе и в бинаре. И короткие ссылки решают большие проблемы. Как вы видите, ребята, мы подходим уже к финалу. То есть, по факту, да, на ссылках можно очень много зарабатывать. То есть, это и статистика, и улучшение своих рекламных кампаний. Это много-много всего. И, друзья, давайте сейчас так. Ну, на этом сервисе вы также можете рекламу свою делать. Вот позавчера я 500 долларов записал ролик и сразу же на свою структуру на 8 уровней запустил рекламу. То есть вы внутри этого сервиса можете рекламировать свои проекты, свои интернет-магазины, свои бизнесы. Ребята, то есть здесь 7 в одном. И реклама внутри сервиса, и сокращение ссылок, и заработок, и бинар. То есть здесь просто очень-очень много выгод именно в этом сервисе. 33 доллара, и вы получаете столько плюшек. Друзья, с сегодняшнего дня у вас должна быть одна стратегия. Первая стратегия, она проигрышная. Вы скопировали, отправили и ничего не заработали. Ноль, зеро заработали вы. Это неправильная стратегия. И правильная стратегия — скопировали любую ссылку. Инстаграм, ТикТок, ВК, Одноклассники, Фейсбук, Ютуб, без разницы. Сократили через сервис Globox Web, отправили, и вы начинаете зарабатывать много денег. Потому что каждая ваша отправленная ссылка, она реферальная. И в какой-то момент, да, вот вы как рыбак свои ссылки раскидываете, и в какой-то момент на эту ссылку может попасться блогер-миллионник. Он по вашей ссылке перейдет, зарегистрируется, и под вами станет огромная структура. Такое тоже может быть, ребята. То есть это на пассивном уровне. Но если вы любите контролировать процесс, вы можете просто сами уже активно продвигать, рассказывать и зарабатывать на этом хорошие деньги. Друзья, вот такая короткая история. Кому эта история понравилась, дайте мне обратную связь. Как вам такая история? Как вам она зашла? Есть ли у вас понимание, как это все работает? Задавайте вопросы. На 2-3 вопроса. Работает очень легко. За пару часов тоже можно заработать денежки. Мы уже с тобой, Алтай, познакомились вчера только, по-моему, или сегодня утром. Я уже не помню. Но первые денежки уже прилетели. Вот. Поздравляю. И приглашенные тоже сейчас слушают тебя и с разных стран и мест, и с разных бизнесов. И что тут хорошо, что этот бизнес абсолютно подходит всем. Парикмахерам, таксистам, сетевикам, не знаю, политикам, ну, любому человеку. И мы сегодня тоже пробовали. И, как я говорю, у вас сейчас будет Байрам, у нас будет этот Пасха, да, и сейчас поздравляем всех через ТикТок, делаем поздравительный, приглашаются на ТикТок и люди, и поздравляются, и плюсом еще свой бизнес вставили, еще робок. Это 4 зайца в одном, можешь с одним поздравлением. Но это так, как я это вижу, мне просто мурашки идут. Абсолютно верно, Вивита, благодарю. Я понимаю другими вещами, но это мне завело просто вот так же, как тебя, да, вот. Да, да. Вивита, мы с вами вчера проговаривали, и я рад, что вы первые деньги заработали. Ребята, ваша задача, как только вы подключили партнера, чтобы он первые 10 долларов заработал. Потом все, он понял, что все это работает, и вы его уже не остановите. И раз, начинается вот этот снежный ком, да, вы будете каждый день, у вас телефон будет пищать без конца. 2 доллара, 2 доллара, 2 доллара, 7 долларов, 2 доллара, 2 доллара, 10 долларов. Вот так это у вас будет. Друзья, я вас всех благодарю, и завтра у нас будет техническая школа. Я покажу, каким образом работает маркетинг, какие связки, как лучше настраивать рекламу, как лучше отправлять, как лучше закрывать людей на продажу, как вовлекать. Это вся история будет, ребята, завтра. Анонс выкачу. Всех благодарю за то, что пришли на презентацию. Сейчас что нужно сделать? Обратитесь к тому человеку, кто вам дал информацию, и сразу занимайте место в бинаре. Найдите, займите
Нет, не занимайте. Найдите, попросите у кого-то помощи. 33 доллара, они есть у всех. Зарегистрируйтесь, займите место в бинаре. У меня был случай, девушка зашла на бесплатный вариант, пригласила людей. Тот человек, которого она пригласила, оплатил сразу, а она через 2 часа оплатила. И получилось так, что она пригласила человека, а после того, как она оплатила, она встала в ее структуру, и теперь вся ее структура под приглашенным. Этого не делайте. Зарегистрировались, сразу 33 доллара оплатили, и только потом даете ссылку, ребята, и все. Заняли место в бинаре, все, ваша веточка пошла уже, вы начинаете уже накапливать баллы, эти баллы потом превращаются в доллары. И время не теряйте, потому что рынок очень быстро, это как лесной пожар, сейчас эта информация будет идти по всему интернету, вы уже будете звонить, а люди, оказывается, уже знают. А люди уже, оказывается, от кого-то получили сокращенную ссылку, а если они ссылку сокращенную получили, они уже будут у того человека. Поэтому не теряйте время, сейчас быстренько сделайте список и по списку быстро. Сейчас давайте я вам покажу стратегию, как надо запускать этот бизнес. Так, давайте еще буквально 5 минут, прям уже, чтобы вы уже четко ушли с четкой уверенностью. Видно ли мой экран, ребята? Да, видно. Вот смотрите, что нужно... Контролируйте микрофоны, ребята, что нужно сделать? Пошаговая инструкция. Нужно в первую очередь сделать список контактов. Минимум 100 контактов в отдельный блокнот. И сразу же отправляем смс-ки по списку, без исключений. Не говорим, тому отправлю, этому не отправлю, этого не делайте. Всем подряд отправляете. Вот он, скрипт приблизительно. То есть должен быть здесь дедлайн, важность и срочность, и интрига. Отправляете короткую смс-ку и все. Разослали ее и ждете обратной реакции. Из 10, 7 говорят: привет, что за срочность, какие новости, начинают интересоваться. И вы отправляете видеоролик с корейцем, который набрал 10 миллиардов просмотров. Это ролик очень хорошо конвертит. Из, вот, то есть вот 10 человек от вас узнало, 7 человек говорят как, 4 человека говорят, блин, прикольно, и 3 человека заходят в бизнес. Вот у меня вот такая статистика. У меня чуть даже больше получилось. 67 человек у меня получили вот эту информацию, я им отправил смс-ку. Из них 26 человек зашли в бизнес. У вас может быть круче, ребята. Отправляете видео, прежде чем отправить видео с этим корейцем, этот промо, обязательно сократите через сервис. Как только вы сократили, отправили, все, партнер уже ваш. Это уже каждая партнерская ссылка, которую вы сократили, она является реферальной, она запоминает, кто ее нажал, когда нажал, 365 дней в году эта информация сохранится в компании, и если в течение года партнер решит с вами, решит стартовать в Globox, он придет именно к вам в первую линию, и вы с ней заработаете 10 долларов. Дальше, как только отправили видео, сразу пишите, говорите: слушай, посмотри это видео, если зайдет, да, скажи да, если нет, то тоже нормально, как бы. То есть, да, и все, и ждете информацию. Человек говорит: блин, классное видео, что там, что нужно делать? Вы отправляете дополнительную информацию, например, презентацию, и сразу регистрируете, и сразу закрываете на сделку. Вот и все, ребята. Если человек говорит: нет, это как бы непонятная история, тоже вам важно сделать первое касание, и что вы дальше делаете? Вы просто отправляете свои чеки. 20 долларов заработали, отправили, 30 долларов заработали, отправили, 50 долларов заработали, отправили. У меня такой случай был. Я когда отправил 507 долларов, четвертый чек, человек сказал: я сдаюсь, что нужно делать, и сейчас зашел. И сейчас строит очень быстро большую структуру. Поэтому, ребята, все работает. Не изобретайте велосипед, не надо покупать платную рекламу, боты, автоматизации, воронки, вам это не надо. Первое – список, второе – короткая смс-ка, третье – отправляете ролик, вот этот вот готовый уже, который написали программисты, сценарий хороший дал, и озвучку сделал Олег Григорьевич Пермяков, топ-лидер и миллионер сетевого бизнеса. И все. И просто, это же просто делать. Это из 10 человек повторяют вот эти действия, ребята. И вы начинаете зарабатывать. Все. Дальше подключаете их уже на своих вышестоящих наставников, на нас, приглашаете на презентации. Презентации проходят понедельник, среда, пятница, понедельник в 15:00 по Москве. Да, в среду в 17 и в пятницу завтра в 19:00 я буду проводить презентацию. Как можно больше людей пригласите на презентацию. И так, ну вот статистика как раз, вот это было 4 апреля, я еще не обновлял статистику, было 507 долларов. Вот сейчас 6 число. На 8-й день. Сегодня планирую записать ролик, чуть позже выложу его. Ребята, друзья, всех благодарю. Завтра я вас приглашаю на презентацию данного
продукта на 19.00, как можно больше людей пригласите на презентацию. Здесь, там я расскажу, помогу и постараюсь по максимуму включить ваших партнеров. Ваша задача просто приглашать своих людей на презентацию. И там происходит магия. Люди включаются, люди зажигаются, и там дальше мы вместе с вами начинаем зарабатывать много, постоянно и стабильно. Ребята, друзья, всех благодарю, всем отличного профита и всем пока. И болтай за энергию.